Так, Сатурн, 28 мая 2021 год, Харьков, 3:36 по Киеву, утра, ночь, уже не знаю, кому. Будет немножко шумно, потому как снимаю я, едучи на работу, и прямо возле, академика Павлова и героев труда. Даже в три ночи улица довольно шумная. 1 423 000 километров сейчас до Сатурна. Поехали посмотрим сразу на Юпитер. Там сейчас спутник Галилея Ио Юпитера, может, уже спрятался, а может, только сейчас будет прятаться. Сейчас посмотрим. Если повезет, увидим 4 галилеевых спутника, не повезет, увидим 3. Ио должен быть совсем справа. Вот буквально касаясь Юпитера или уже спрятавшись за Юпитер. А, это же не те настройки чувствительности, что я тут наобещал. Это ISO 125, тут мы сейчас будем полосы смотреть, а не спутники. Да, это с другим дублем, значит. Ну, хотя я... Так, ну я вижу полосы на Юпитере экваториальные, до него 725 миллионов километров, очень даже хорошо внизу. Спутников не вижу, а вижу, слева Европу вижу рядышком и еще левее вижу Ганимед. А ну сейчас я попробую. Полосы очень хорошо, меленькие даже полосочки вижу на Юпитере. Классно. Сейчас попробую контрастность, выдержку уменьшить. О, по-моему, лучше стало. Спутники исчезли окончательно. Но полоса стала видно почетче. Эй, ты где? А, вот он ты. Да, полосы видно просто шикарно, елки-палки. Такую частую сеть полос, прямо как штрих-код на Юпитере. Я, наверное, еще не наблюдал. Ну, сейчас резкость буду пробовать играться, извиняюсь, да. Увеличение фотоаппарата 125 крат, оптическое, наверное, зумирование. И 4 цифровое. Фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. Я в восторге. Ладно, сейчас снимем луну.
Так, возвращаемся к выдержкам. Максимальным. Уже светает, ты представляешь? Так. Луна опускается в метро. Так, тут надо выдержку, конечно, тоже уменьшать. Иначе это будет сплошное белое пятно. 26-го, то бишь, 2 дня назад было полнолуние. Луна была впереди. То есть было так называемое суперлуние. Получилось его снять до того, как тучки нам все закрыли. За что матушке природе? О, классно. Вот она резкость. Огромное спасибо. Да, и в комментариях писали, почему Аристарх кратер, он беленький. Как маятник качается то влево, то вправо. Ну, вот так он и колебается. Вот он. Аристарх. Час. Понял. Вот он, вот он, вот он. А вот это справа кратер Платон, кругленький, аккуратненький. Наверное, лучше всего сейчас на линию терминатора смотреть, какая она на линию пересечения света, встречи света и тени. Тут все рельефно. Так, ладно, надо делать следующие дубли, а то уже светает, и Юпитер мы скоро потеряем. .344 по Киеву, в Харькове. Ветерок поднимается, к сожалению. 28 мая 2021 год.